среди раньше.
Почему не боишься окружить? Сгубенились туда зачем-то все, скопом. Зачем губенились? Ну ладно. Ты это что такое? Началось.
светить всегда, светить везде. Под ней последний тонца. Светить и никакие кости. Вот будут мой и танка. Отходим на заранее подготовленные позиции, то есть трапаем. Подгадил, сволочь. Испахали мне всю эту, как ее, ну, эту. Гусеница мою испортил, говнюк. Ого, внюк. Говнюшка. Внюшка, говнюшка. Штанг. Кто отзывается, то так и называется. Может, не нравится. Она вот не нравится. Почему-то. Почему не нравится, непонятно. Не нравится все.
мёртвый пингвин злобно прячет тело жирное в утёсах. Только наглый буревестник, как этот самый, подобен он этим подобен. Буря, он жаждет и всё. И ничего не может с собой поделать. Почему-то такое ощущение, что мы проигрываем. Но это обманчивое ощущение. На самом деле мы уже проиграли. Ушло. Пора удирать. Пора, брат, пора. Наш еще все остальные карты. Все остальные основные карты, которые мне нравятся. То есть вообще не нравятся. Вообще. Без них ни при каком раскладе. Ни при каком раскладе. Так. Ни за что. Танкуйте. Танкуйте, Шура, танкуйте. Жаль. Вот это жаль.
жалко у пчелки. Стая подонков, ублюдков, грёбаных ублюдков. Так ладно, а мы вот будем в ангар и делать, что хотите. Ты поражение, но я не знаю, это вообще так-то. Я не знаю. Так, обучите экипаж. Получите экипаж, получите ти-ти-ти-ти-ти. Поэтому больше нам делать нечего, как только обучать экипаж. Почему я их не вижу? А где все? Это странно. Вот они. Ну ладно. Сиди здесь. Ой, вот теперь досиделся. Сидун. Сидок. Сидист. Активист. Пофигист. Ой, здравствуйте. А что вы здесь делаете? Бум! А я думал, кто здесь засранец? А это вы здесь такие засранцы. Ай, гоняки. Ну ладно. Так, выйти в ангар. Ну, если они не закончили, то мне не в чем выезжать. Закончили поражение почему-то. Но это чисто случайно. Это просто. Это не закономерность. Это несчастный случай. Форс-мажор. Обстоятельства непреодолимой силы. Чужие все время нас в жопу кидают, да? В жопу обязательно. На последнее место. Золотой танк обязательно на последнее место. Сволочь. Ну ладно. Ладно, это им отольется. Отольется. А вот это мне совсем не нравится. Абсолютно не нравится эта карта. Почему не знаю.
игра не нравится. Говёная игра такая. Говёная. Говно, а не игра. Придурочная. Придурочная абсолютно игра. Я не знаю, как люди в это играют. Я не знаю. Сам не играю. Никогда в это. Они играют прямо. Так любят в это играть. Просто любят и все. Играть в это. Как я? В это. Играть. Любят и все. Бумс. Что они все сюда ломанулись? Если он... Видите? О. Так. Так. О, сгоняли. Молодцы. Так. Так, держать. Держать демонов. Вот так вот. Вот так он разрезе. Так сказать. Как говорится. Перебьёмся мы. Они считают. Тик. Броня не пробита. Я так думаю. Не пробита. Броня. Ну ладно. Так. А чё ты меня стреляешь, Ромик? Ты ж подонок мелкий. Он у меня стреляет, оказывается. Присуседился, главное. Гад. Вот гад. Да я ж тебя на куски. Я же тебя падла. Падла. Падлюка. Обходят нас. Ироды. Танкуем. 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 Ого. Второе место. То есть не второе, а такое вот всё. Знак классности второй степени. Присваивается игроку за мастерство владения танком. Для получения наград необходимо заработать полный опыт. Обучаем среднего с нами. Дерево возьмите игроков на танке на этом. Так, и оп.
он, он. Резок, активный игрок. Химера Фантом. О, Господи. Что же это за танк такой? Фантом. Всемирный. Главное, это самое. Это самое. Говорят, что сражаемся с одинаковыми по силе игроками в рейтинговых боях. Какой нахрен этот эти? У меня то ли серебро, то ли бронза. А у него золото. Если я не ошибаюсь. Это же золото. Бронза. Но а выглядит одинаково. Видите? Золото, бронза. То есть совершенно равные по силе набраны в команду люди. Золото, так, нормально. Серебро. Так, серебро. А, серебро очень мой. Так, это все. А, здесь написано. Так, калибровочный. Это три калибровочных. А эти уже от калибрована. Золото. Круто. Это калибровочный. Это у нас золото. Это золото. Я не понимаю. Вот это что значит? Это средний по больнице. Что это значит? Это мне больше всего прибавилось. К счету. А это среднее значение у них выше. Среднее значение рейтинга. А что у них выше? А вот 3800. 3865. А здесь 3803. А почему? Здесь вообще никакого рейтинга нет. Вот здесь рейтинга-то нет никакого. То есть нулевой рейтинг. Да? Почему у них выше среднее? Почему? Ну как-то все. Это пошло это все. Пошло. Все откалиброваны, здесь не откалиброваны. И кидают в одну команду. Тогда уж. Неоткалиброванные с неоткалиброванными должны сражаться и наоборот, и как-то все. Что это такое? Ну ладно. Они нас откалибровали! Безобразие! Подайте на них суд! Суд подайте! Подайте суд на них! Суд! Так... Ле-ле-ле! Что там у нас? Требуется... Продвинутый...
Это усанка. Задать один эпический, легендарный Тифлот, выиграть один бой на групповой арене против более сильной команды. Вот какие умные. А нахер нам это надо? Так. Расторопность или же лучшесть? Вышел. Чего я так делаю, я не знаю. Мне так больше нравится. Вот, все, хватит. Тик. И вот это. У нас купить предмет на рынке. Сейчас купим два предмета на рынке. Все. Так. Попытаться улучшить. Пытаться не работает. Если уж улучшать, так уж на полную катушку. А то попытайтесь. Это пять. Нас интересует шесть. А, можно вот так вот. Оп. И... Живучесть. Ничего здесь у нас. Атака. Зачем мне? Атака. Это, конечно, есть такое вот дело. Атака. Атака. Ага. Живучесть. Меткость, критический шанс. Меткость, скорость, критический урон. Здоровье. Меткость, критический шанс. Шанс, сопротивление, здоровье, атака, здоровье. Меткость, здоровье, критический шанс улучшить. Значит, здоровье 10 и защита 10. Еще 12 здоровья. Так. Ладно. Еще можно здесь что-нибудь улучшить. Дает 5% от нанесенного урона. От нанесенного урона 5%. Улучшить.
нравится мне так делать, просто все. Это нам дает. А так. Здоровье, защита, защита. А так. Защита меньше. Это варвар, а это темный эльф. Варвар. Варвар. А у нас есть варвар. Вот варвар. Защита и здоровье. Здоровье, 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 здоровье. Здоровье. А это получить обычный удар вместо критического до первого хода в раунде. Это скорее атакером, атакером в арене. На арене. Бойцам атаки. Но это тоже атакеру. Дает щит 5% от нанесенного урона. Да. Здоровье. Атака, 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 защита. Здоровье. Здоровье упадет у него, если заменить. Атака увеличится, а ему атака не нужна. Да. Это защита. Это атака, это защита здоровья. Дает щит 5% нанесенного урона. Защита, атака. Ну, нахрена мне атака вот эта? Нахрена? Так, это атака. А это защита. Атака опять. Ну, нахрена здесь атака? Так, защита критический урон, атака. Долбали с этой атакой. Защита. А здесь что у нас? Здоровье, меткость. Здоровье, меткость. И скорость. Надо баньки идти. Все, нахрен это все. Попытаться лучше активировать.